Значит, правило буксировки на гибкой сцепке заключается в том, чтобы контролировать дистанцию между машинами в случае, когда трос ослабляется, притормаживать обязательно, иначе трос может попасть под колесо, замотаться и может случиться столкновение. Также обязательно надо включать аварийные стопори и обязательно вешать на зад своего автомобиля аварийный знак, что идет буксировка, автомобиль находится под буксировкой или может что-то случиться. На данный момент это Toyota Corona. Недавно ездил 150, а теперь еду на прицепе. Вот так бывает. Видать, пробило прокладку или что-то случилось. В общем, такие дела.